К концу этого года, по расчетам Кабмина, 9 миллионов семей будут получать субсидии, а это больше половины всех украинцев. Для сравнения, в Европе людей на социале не более 10%, и это в основном нетрудоспособные граждане. У нас же наоборот, работающие. Вот только уровень их доходов не позволяет самим оплатить даже коммуналку. И это реальный показатель уровня бедности в нашей стране. Еще один показатель – бюджет семьи на питание. Ведь все, что остается после уплаты коммуналки, большинство украинцев тратит именно на еду.